Заместителю начальника службы благоустройства Петропавловска-Камчатского предъявлено обвинение в халатности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Неделю назад на 8-летнего ребенка напала стая собак. Мальчик погиб от кровопотери, вызванной множественными укусами. Тело второклассника обнаружили в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска. Следователи завели уголовное дело. Его расследование держит на контроле региональная прокуратура. В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая, являясь должностным лицом, получив в августе и сентябре 2020 года обращение генерального директора акционерного общества «Камчатская мельница» об обитающих в районе нежилой зоны морского порта города Петропавловска-Камчатского агрессивных бездомных собаках, рассмотрела их ненадлежащим образом и не обеспечила необходимый контроль принятых мер по отлову животных.